Наверное, вы, нью-йоркцы, привыкли к таким заварушкам. Ну да, у нас же зона боевых действий. Кинг-Конг, аллигаторы-мутанты. И Алекс Кейси устраивает пальбу каждую неделю. Да я до недавнего времени пушку в руках не держал. Ну, мой папа был там копом. Рассказывает жуткие истории. Что-то подобное? Нет, нет, просто обычная мерзость. Как в ваших книгах, Уэйк. Я дразнила папу, что он как Алекс Кейси. Читали меня? О, да. Вы отличный писатель. Только с метафорами перебарщиваете. Никто не жаловался раньше. Мы подлетаем к электростанции. Видите то освещенное здание? А это дамба, выше по реке. Не могу здесь сесть. Посажу его на дороге за рекой. Просто высадите меня, шериф. Чтобы открыть дверь, нужно было разобраться с цепью. Thank you.
теперь новая песня от группы, которая, ну... Это замучено, это я полуночник. Древний мороз. Даже не знаю почему. Электростанция сияла в темноте. Она была близко, но сперва нужно было перебраться.
В одиночестве, пробираясь по водопроводной трубе, Синтия злилась на писателя. Юноша оказался глупцом. Зачем рисковать без нужды? А как он нарушил правила? Неужели не понять, что стояло на кону? Со времен тех ужасных дней 70-х Синтия ни разу не дрогнула, как бы трудно ей ни было. За долгие годы она устала защищать город и теперь просто хотела покоя. Роман, который я написал в доме, воплотился в жизнь. Под влиянием темной сущности я написал роман ужасов. Однако у него до сих пор не было конца. Роман не был завершен, и недописанная страница так и торчала в пишущей машинке в кабинете дома. Если б только я смог вернуться, если б только прочел ее, я написал бы свой финал романа и спас бы Элис. Чтобы перейти, надо было повернуть мост. Thank you.
Все, птицы. Которым снится, что они бабочки. Или бабочки, которым снится, что они люди. Подобные философские проблемы, как правило, абстрактны. Однако, некоторые могут найти конкретное подтверждение нашей природы. В Найтспрингс. Сегодняшняя серия «Отсутствие воображения». Привет, Марта. Что ты хотела мне показать? О, Лидия, слава богу, ты пришла. Пойдем, это в подвале. Очень жаль. О, кто, как вы здесь оказались? Ну, я пытаюсь работать. Это вы сделали эту штуку? Вроде того. Точнее, я сделал здесь все, кроме нее. Да? Но что это? Так и подмывает назвать это дырой. Но на самом деле это отсутствие, нехватка реальности. В подвале у Марты? Да, а все так хорошо получалось. Я придумал двух пожилых дам и поместил очень странную штуку в подвал. Хорошее начало, но теперь я в тупике и не знаю, что делать дальше. Ну, это же самый обычный подвал. Да? Зачем же вы позвали сюда подругу? Ну, не знаю. Ну вот. А не все ли равно? Нет, нет. Это может обернуться сюжетной дырой. Возможно, уже. Плохо дело. О, боже. Послушайте, дамы, я не хочу показаться грубым, но я правда не уверен, к чему я все это вел. А от вас никакой помощи. Вам лучше пойти наверх и выпить кофе, пока я тут пытаюсь понять, что дальше делать. Ну, как вам угодно. Может, здесь и закончить? Или это будет глупо? Действительно, будет ли это глупо, кто знает. От великого до смешного один шаг в Найтспрингс. Мы поможем!
Я узнал эмблему на вывеске. Похожие рисунки я видел повсюду. Как правило, тайники с припасами. Не с места! Мисс Уивер! Синтия, я друг. Докажите. Вы знали Зейна, Тома Зейна. Вы пресветлая леди из песни. Вы можете помочь мне. Наконец-то. Я очень долго вас ждала, юноша. Он в светлой комнате. Простите? Им можно отогнать тьму. Это комната на дамбе. Там он в безопасности. Это поможет найти Элис? Я смогу вернуться в дом? Так пойдемте. Я попрошу друзей вернуться с вертолетом. О, мы не выйдем наружу. Не в темноту. Правило номер один. Вы, юноша, нарушали правила. И что теперь? Нет, у меня есть тайный ход. Водопроводная труба. На подстанции что-то сломалось. Она забирает всю резервную мощность, а значит, в трубе будет темно. Надо перенаправить ток. И отключать придется мне. Юноша, это вы любите нарушать правила. Мне нельзя выходить, когда темно. Выключатель снаружи. Послала меня вырубить ток на подстанции. Я был готов на все, лишь бы она помогла. Я надеялся, что Уивер поможет. Я увяз в этом безумии чуть больше недели назад, а она в нем уже несколько десятков лет.
Я увидел выключатель, отрубавший подачу энергии на подстанцию. Еще бы добраться до него. Если разобраться с воротами, я бы смог добраться до выключателя. Проектировал. На подстанции погас свет. Теперь по трубе можно пройти. Сюда, юноша, за мной. Труба пуста, мы можем идти. Сюда, идем. Я знала Тома и Барбару. Как же он мне нравился. Ха, красивый мужчина. Я ей завидовала. И даже
была немного рада, когда она утонула. А потом Том начал писать и пробудил тьму. Он пытался вернуть ее, но тщетно. Так можно навлечь на себя беду. Я начинаю понимать. В таком случае, юноша, возможно, вы умнее Тома. Ведьма была похожа на нее, да и только. Барбара была такой умной. Он ничего не понимал, пока не стало слишком поздно. Он пытался все исправить. Он вычеркнул из жизни и себя, и ее, и все, что произошло. Он был таким известным. И никто не узнал, что стряслось. Ох, Том. Он оставил для меня лишь одну вещь. На случай, если это случится опять. Для гарантии. Он доверял мне. И немного использовал. Он понимал мои чувства. Знал, что я не откажу. Я оборудовала светлую комнату и хранила его там, для вас. Мы герои в написанной вами истории. Никто из нас не доживет до конца, если тьму не остановить. Она исказит историю. Откуда вы знаете? Том. Так он написал. Я все еще слышу его. Из телевизора, или за спиной, или снизу. Нас обоих коснулась тьма, юноша. Он спас нас обоих светом, но тьма остается с тобой. Эта труба приведет нас прямо в светлую комнату. Хорошо. Нужно позвонить друзьям и сказать, куда мы идем. Алло? Ау! Барри, мы направляемся к дамбе по одной из труб. Встречай нас там. Хорошо. Передам Саре. Она уже Сара? О, нет! Ради всего! Барри! Барри! Нужно проверить, что с ними. Они, возможно, мертвы. Вы должны дойти до светлой комнаты. Не время быть тупым эгоистом. Это мой лучший друг. Что ж, будьте глупцом. Я встречу вас у дамбы, если доберетесь. За нее я мог не бояться. Она умела за себя постоять. Сара была почти готова расслабиться. Может, у них все еще получится? Но вдруг с пронзительным, словно пила верещанием, сотня птиц вынырнула из тени и обрушилась на несущий винт. Вертолет дернулся. Приборная панель загорелась и показала уже очевидное. Они падали. Барри Уиллер закричал. Thank you.
Барри! Шериф Брейкер! Сара! Место падения выглядело ужасно, но хоть в обломках никого не было. Барри! Барри! Сюда! Смотри, они идут! Держись, я иду! Сейчас, уроды! Готовились к королям Буча Кэссиди и Санден Скида. Ну уж нет. Да, я в норме. Спасибо за заботу. Я знал, что ты в норме. Откуда? Око Мордора? Смейся, шутник. Может, пойдем уже? Уивер встретит нас у дамбы. Можем тут остаться тут. Видишь свет? Нам туда. Нет ничего лучше прогулки. Что это за хрень? Оно повсюду! Черт, он тут не один! Как оно двигается? Это невозможно! Позади? Было? Думаю, это все. Я больше не могу. Ну, Ал, разве нельзя переждать, а? Уик, вызывай подъемник. Я на стреме. Там что-то есть. Их.
Кнопка. Мы почти добрались. Вон там наверху вход в дамбу. Что дальше, Уэйк? Хоть Уивер и чокнутая, но у нее есть одна вещь от Зейна. И она все исправит. А еще туманнее нельзя? Томас Сейн? Серьезно? А чего не Эмюнхаузен или Снежный Человек? Он реально существовал. Не расслабляйся. О боже, кошмар! Ладно, Уэйк, там должна быть кнопка, открывающая дверь. Похоже, что-то сломалось. Держи кнопку, пока мы входим. Найдите Уивер! Она сейчас на дамбе! Я пойду один! Ладно, Уэйк, удачи! Осторожнее там! Ау! Прошу, береги себя! Уэйк, я позабочусь о Барри! Ты, главное, береги себя! Томас Зейн знал, он должен уничтожить все, что сделало возможным этот ужас, включая самого себя. Это был единственный способ изгнать темную сущность, которую он выпустил на волю и которая сейчас смотрела на него из глаз его мертвой возлюбленной. Но он знал, что она может когда-нибудь вернуться. И хотя он вычеркнул себя и свой труд из бытия, он прибавил лазейку. Для гарантии останется все, что он хранил в обувной коробке. Прожектор мог уравнять шансы.
Дальше ни шагу. Стой! Присматривала за светлой комнатой много-много лет. Здесь нет теней. Электричество защищено от отключения. Лампочки пересчитаны. Я меняю их по графику. Ага. Старая военная база. Она действовала во времена Второй мировой. Тогда они тут работали. Наверное, они и построили. Да, верно. Теперь это мой дом. Забирайте. И мне больше не придется следить за комнатой. Номера 6, 33 и 118 скоро надо менять. А я не хочу лезть на стремянку, ведь уже очень поздно, и я устала. А если вы его заберете, мне не придется больше это делать. Это была страница из автобиографии. Мои детские воспоминания. Но я не писал этого. Автором был Томас Зейн. Ничего из этого не должно было остаться. 7-летний Алан никак не хотел засыпать. А когда сон все-таки овладевал им, он вскоре с криком просыпался от мучительных кошмаров. Однажды вечером его мама, сидя у кровати, подарила ему старый выключатель. Она назвала его «Щелкунчиком» и сказала, что его волшебный свет прогонит чудовищ. Чтобы наделить талисман всевозможной силой, она добавила, что получила его от папы Алана. Мальчик не знал отца, и все связанное с ним обретало мистический оттенок. Крепко сжав щелкунчика в руке, Алан наконец уснул как младенец. Теперь, почти 30 лет спустя, Алан вспомнил об этом, стоя на берегу озера Колдран со щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. Мой мозг кипел. Я отдал щелкунчик Элис,
но он был здесь. Зейн вписал его в реальность, в истории, которую я придумал. Я смогу добраться к ней и покончить с этим.